Магазин «Диски мира» представляет уникальные технологии в области автосервиса. Развал схождения в 3D, высокая точность измерений и качественный результат. Магазин «Диски мира». Прогноз погоды представляет торгово-сервисный центр «Диски мира». Вниманию водителей, большой ассортимент зимней резины и надежных дисков к ним. Шины и диски, твердая уверенность на дороге. В предстоящую субботу большая часть Западной Сибири будет находиться в так называемом теплом секторе Атлантического циклона. В такой синоптической ситуации в регион продолжится поступление плотной облачности и влажного воздуха, а большинство районов окажется в зоне сильных ветров, а также снегопадов и метелей, на юге переходящих в дождь. Неизменно для вас все самое лучшее. Стиль, дизайн, безупречные лекала от итальянских и греческих мастеров. Роскошная коллекция шуб из меха норки, пальто из каракульчи, стильные жилетки из меха лисы и норки, итальянские пуховики, салон мехов Греция. Идеальное соотношение цены и качества. Город Сургут, Университетская 7, Ленина 16. Прогноз погоды представляет салон мехов Греция. Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон мехов Греция. Идеальное соотношение цены и качества. Днем по округу облачно, временами снег, метель. На западе гололедные явления. Температура воздуха от минус 8 на востоке до плюс 1 градуса на юго-западе. В Сургуте и окрестностях преобладание облачной погоды. Небольшой снег. Возможно, слабая метель. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 1-4. В окрестностях города 0-5. 27 октября солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.